Фред, здравствуй. Ты неоднократно отзывался о вокале Брюса Диккенсона недоброжелательно. Мол, он слишком манерен. Исходя из этого, предлагаю тебе оценить весьма необычный кавер на Трупер прямиком из Монголии. Это лучше Iron Maiden? Привет, спасибо, знаете, посмотрим. Ну, кстати, пока достаточно так, с гвоздиками даже. Сейчас, наверное, мне кажется, будет какой-то кринж в ангую такой, типа там... Скорее всего, будет такое. Не, ну это кринжный вокал, но за рубку ребятам респект. То есть зарублено, хоть бы сам все материал кринжовый, то есть такое-то веселье, опять же, смешарики и прочее, но здесь зарублено прям не кисло. То есть драмс нормально валят и прикольно. Но вокал, конечно, кринжатина. То есть что-то кринжатина, что это. Что Брюс Диккенсон, что это. Но все-таки Диккенсон чуть-чуть менее кринжовый, чем это. Это прям совсем что-то плохенько. Это на каком языке? Я не знаю, что это такое вообще.